Доброе утро. Мы проснулись, время 6 утра. И, кстати, вот товарищ из комиссарта, Лёха. Лёха. Лёха, да. Лёха пишет статьи, как журнал называется? Деньги. Деньги, да. Короче, мы решили пойти на мостик, пока все спят, и поснимать, как там происходят будни. А если там будет плохо, мы заблюем им мостик. Лёхе уже плохо. Покажи, пакет взял? Да, пакет я взял. Нам выдали пакет. Вот видите, какой какой-то пакет. Видите? При этом, на самом деле, весь не сильно. Пакет как-то пустой. Вот можно, сейчас я буду доставать. Можно его надуть и лопнуть, если не будет. Подойди к капитану, Саша. Работает. Да, ребят. Смотрите, в России 24 как работает. Ребят, ну что я могу сказать, что морозная свежесть такая. Утренняя. А, хорошо. Самый экологически чистый, наверное, воздух, который я когда-либо нюхал. Опа, 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 опа. Рассвет встретили. Доброе утро. Доброе утро. Давно? Отлично. Не спите? Полчаса. Привет. Шикарно. Все пропустили первый антарктический рассвет. Отлично. Мы еще успели. Да. Кто первый стоит, тому Бог подает. Если никак не можешь попасть на мостик в 6 утра. Серьезное кресло. 12 knots, это что значит скорость? 12 и 20? 12 узлов. А, 12, 12 узлов. Ну, ребят, я вас уже знакомил со всей этой техникой. Здесь примерно то же самое, что на Крузенштерне. Только все более современное. Electrical. But there's three generators which are producing electrical power for the main engine. Короче, здесь два дизеля, они вырабатывают энергию для главного электрического мотора. Three. So we can use maybe, sometimes we use only one, sometimes two, sometimes three, depending how much speed to have. Горючее здесь дизель или мазут? Дизель. Дизель. You can taste it yourself. It's fine. You drink every day. No. Yeah. В общем, ребят, здесь стоит опреснитель воды. И эту воду на Крузенштерне мы из опреснителя мылись, то есть в технических нуждах использовали, а пили бутилированную воду. Здесь же пьют ту воду, которую опресняют. Она с таким специфическим запахом, то есть я вчера даже не смог ее попить, честно говоря. Но говорят, что 2-3 дня пьешь и привыкаешь. Йоу-йоу-йоу! Здорово, дядь. Сейчас погода. Как дела? Отлично. Ты как, выспалась? Выспалась. Спящая принцесса спала, как убитая. А что ты проснулся так? А у меня интернет есть, дядь. Прикинь, как? Бесплатный, на халяву сейчас раздают. Кому? Где? Не знаю, всем. Я подключил. Сейчас жене привет передам. Это не с Нескафе, а с чая с Красной Поляны, который Денис нам привез на корабль. Конечно. Тетя Алена мне собирала, видишь? Все бухлицо вот термоса разливают, а я чаек краснополянский. Вот это, за это я тебя угощу печеньками. Спасибо, с корабля, да? С корабля, да. Вот так блогеры упырьки, вот блин, знают, как выжить они, да? Я уже делал трансляцию, людей тут немножко помучил, поспрашивал, кто откуда, кто чем занимается. Более подробно чуть попозже, со всеми обязательно все запишем. Ну, должно было быть, грубо говоря, 100 человек. Цель, мы едем в Антарктиду для того, чтобы показать и придумать стратегию развития этого региона. Ну, то есть, на самом деле, я все это хочу спросить непосредственно у организаторов, просто это вот как я это понял и как я это вижу, я вам рассказываю. Рафаэль, ты куда собираешь народ, расскажи? На цигун, на это китайскую гимнастику. О, ничего себе, а откуда ты знаешь китайскую гимнастику? Я занимаюсь. Ты только недавно приехал с Китая же, да? Да. Сколько по времени это занимает? 40 минут. Ого. Что, будешь 40 минут нас мучить? Это только кайф. Кайф, да? Расслабляешься и делаешь упражнения. Отлично. Супер, ну все. Пошли. Это работа с энергией, но самое главное во всех упражнениях не думать ни о чем, абсолютно, ни о дыхании, ни о том, что у тебя там в организме может происходить. Вообще, самое главное должно быть состояние расслабленности. Ой,
чувствую легко себя. И потом, когда ты еще получишь такой опыт? В Антарктиде зарядка по кибете. Да. В общем, все? Супер. Ну, это правда легко, да? Ничего не надо. Это легко. Это вот каждый день это занимает. Ну, с разминкой, со всем делами, всего 40 минут. Потом хоть бегай, хоть с чем занимаешься, но вот это вот как раз зарядка энергии. Первый антарктический завтрак. Сейчас я вам покажу, и чем кормят морских волков. Да, на самом деле качает, так прикольно. Так, здесь у нас жареные гренки, йогурты. Виски, водка. Да, водка, да, да. Давай, хлопни на видео. Уже есть? До дна. Это ваш breakfast. Давай. С добрым утром. С добрым утром. Подожди. Дробнем. О, есть яйца вареные. И геркулес, да? Геркулес, да, хорошо. И сосиски. Слушай, все, что я хотел. О, хамон есть. Парма, вернее. Вот это вообще нереально круто. Хочу рассказать немножко о себе. Меня зовут Алексей. Я сам с Архангельска. Вот в этих краях я работаю уже 17 год. То есть постоянно Арктика и Антарктика. Раньше я работал на русском пассажирском пароходе. Ну, тот, который тоже наша компания голландская брала в чартер. Сейчас работаю на голландском пароходе. Так что желаю вам хорошего, приятного рейса. Ну и исполнения всех ваших целей и задач. Спасибо. Еще. У нас уже есть гимн клуба, и я хотел бы сейчас попросить его поставить. И все слышали. Я желаю всем больших успехов на этом пути, чтобы мы прибыли уже к берегам Антарктиды, во-первых, сдружившиеся, поскольку сегодня собрались здесь достаточно разные люди из разных концов страны, из разных команд, и некоторые впервые знакомятся с клубом лидеров. Вот я нам всем желаю, чтобы мы познакомились, узнали друг друга поближе, нашли какие-то общие темы, общие интересы, и эти интересы вместе реализовали. Ну и, конечно же, пингвинов надо потискать, безусловно. Основная цель ваша здесь. Всем привет. Меня зовут Саша. На корабль я попал случайно. Я просто стоял в Буэнос-Айресе в линии в аэропорту и познакомился вот да, и вообще я путешествую. Это серьезно? Просто по Южной Америке, Сан-Франциско, по всем странам, мы, в общем-то, случайно так познакомились, и мне сказали, поедешь, я сказал, да, и все мои дальнейшие планы перенеслись, и я стал предпринимателем. И так я стал предпринимателем. Меня зовут Павлик Морозов, достаточно легко запомнил. Я его всех сдам. Я занимаюсь модераторской деятельностью. Здесь я буду в качестве вашего модератора. Моя задача здесь – это сделать таким образом, чтобы вы отсюда уехали другими. Вот моя задача. Давай. Я? Да. Меня зовут Слава, я тоже алкоголик. Да. Сейчас, я брат как-то покачивает, сейчас можно еще раз попробовать. Академия при президенте Российской Федерации, занимаюсь образовательными технологиями и бизнес-образованием. Зачем ты здесь? Здесь для того, чтобы познакомиться с большим числом интересных людей и что-нибудь интересное потом замутить. Меня зовут Михаил, управление города Москвы по борьбе с алкоголиками. Не шучу. Попался! Компания Home Development, занимаюсь строительством. Уверен в том, что определенно из этого извлеку какую-то пользу, пока сам не знаю какую. Новиков Михаил. Меня легко запомнить, поскольку здесь есть Новиков Яков. Проект Петрус, это позитронно-эмиссионная томография «Россия». Мы занимаемся разработками, которые, может быть, будут внедрены через 10-15 лет в медицине.
конкретнее в ядерной медицине. Хотелось бы, чтобы у нас получилось. Меня зовут Татьяна Роек. У меня пиар-агентство, называется «Лотус». Мы обслуживаем этот проект, мы работаем с журналистами. Кроме того, поскольку я очень давно им занимаюсь, скажу честно, я очень загорелась Антарктидой. Меня возмущает то, что в последнее время никаких книг не выходило. Вот, слава богу, фильмы снимали наши. Мне очень хочется подумать над тем, как можно повысить интерес молодого поколения, вообще наших людей, к этому континенту. Я Андрей Бузина. Я основатель и генеральный директор, и креативный директор агентства вирусного маркетинга «Сметана». И я здесь, наверное, чтобы в том числе помочь другим с идеями, сам идеями каким-то зародиться, что-то подчеркнуть из других бизнесов. Рафаэль Зайнудинов, город Казань. Я являюсь производственником. У нас Камский завод металлокровли. Занимаюсь общественной деятельностью. Я являюсь президентом Ассоциации выпускников президентской программы Республики Татарстан. Также работаю руководителем представительства ОСИ в Татарстане. Покажи свое желание там вселенной, да, и она тебе откликнется. Вот буквально полгода назад хотел поехать в Америку. С женой поедешь, как-то скучновато будет. Собрались 12 предпринимателей из Татарстана, поехали на Силиконовую долину. Вот, и провели замечательное время с пользой для общества, для дела, для бизнеса. Давно думал посетить Северный полюс, да? Вот так удачно сложилось, что мы в Антарктиду едем. И в таком составе это просто шикарно. Я считаю, это самое лучшее, что может быть. Будем проходить пролив Дрейка, и волна поднимается. Мы решили обратиться к доктору. Здесь есть судовой врач на корабле. И она предлагает прикрепить пластырь к уху, который помогает от укачивания выбить таблетку. Но мы только пластырь, наверное, повесим, бить таблетки не будем, потому что Адрамину очень спать хочется. Ну, сказала, что пластырь нужно использовать, когда станет уже совсем сильное волнение, а пока что можно ограничиться таблеткой, потому что от пластыря могут быть побочные эффекты серьезные. Я пил это, мне не помогает вообще. So you can see how you feel about it. Okay, so now I take one. Наркоман. Употребляется. Употребляется. Она спрашивает его номер комнаты, чтобы прийти его проверить. Я пить не буду, короче. Я морской волк. Но на самом деле волна, чтобы понимали, такое на Крузенштерне не были. Не было такой волны, очень тяжело. Ну, то есть по коридору ходить, только держась. Не будешь держаться, просто упадешь. Всем привет, меня зовут Руслан Юлдашев. У меня три бизнеса сейчас основных. Постараюсь коротко, потому что они очень необычные. Первое, мы являемся одним из мировых лидеров в производстве и разработке запахов. То есть, когда вы приходите в супермаркет, в банк или в автосалон и слышите там какой-то запах, в 90% случаев это мы. Вот второй бизнес, мы монетизируем базы контактов, то есть монетизируем популярность людей, звезд шоу-бизнеса и спорта через выпуск от их имени различных релевантных им продуктов. И третий бизнес – это нейротехнология. Мы для разных больших, как правило, брендов с помощью последних знаний о том, как человек принимает решения, помогаем построить стратегию выпуска нового продукта, запуска нового продукта, коммуникации с потребителем. В Антарктиде первый раз – это новые впечатления, новые люди, новые мысли. Значит, скорее всего, будут новые действия, будут появляться новые привычки. Поэтому, когда я сюда собирался, главная цель была обновиться, какое-то новое впечатление получить и новый заряд. Здравствуйте. Денис. Да, меня зовут Шапкарин Денис. Я являюсь основателем диджитал-агентства «Нектарин». Это лучшее агентство года по версии от «Индекс» в 2016 году. Руслан Тугушев, основатель «Бумстартера». Вот, я хотел понять, какие вообще, в принципе, бизнесы сейчас есть, какие развиваются, какие у них потребности, чтобы, кстати, лучше продукты предложить. Меня зовут Павлик. То есть вы все можете загадывать желание. Да. Я занимаюсь земельным бизнесом и сельским хозяйством. Во-первых, я хотел бы подпитаться вот этой энергетикой, вот этих талантливых людей, которые вокруг меня, потому что каждый из них уникален, поскольку смог построить бизнес. А вторая глобальная задача, которую я хотел бы обсудить на этом корабле, это вот здесь на воде подумать о земле. А моя мечта – сформировать цивилизованный земельный рынок в России. Хорошо.
Круто, Сань, мне страшно. Вообще офигенно. Офигенно! Я предлагаю скотчик, примотайте меня, Старчук. На снять тебе это предлагаю. Сейчас идеальная погода. Да. Два года назад вот я тоже попал в начало сезона с китайцами. Мы пересекали дрейк не два дня, а четыре дня. Четыре. Получается, голова, жопа, ноги, все спали здесь, в каютах невозможно спать. Почему? Качают. Потому что замкнутое пространство, здесь кондишки работают получше, воздух посвежее, и люди спят как бы здесь. Блевали все, да? Конечно. Они и... так-то косенькие, а тут еще в два раза косенькие. Плюс пластыри, кто за ухом носит. Ага. Ну вот они все на пластырях, я вот сам лично одеваю пластырь, у меня через час глаза вот так вот. Ну там какой-то наркотик, который разрешенный. Просто, ну он как от укачивания. А у китайцев у них так-то глазки косенькие, а если еще пластырь, вообще он вот так вот закончится. Они, наверное, пожалели, что поехали, да? Ну было, конечно, много там всяких жалоб потом на компанию, что типа, как вы вообще используете такое судно в таких районах? Это нормальный пароход, он очень крепкий, мы тут выдержим тут все что угодно. Ну где льдины, киты, пингвины, что за фигня? Пингвины еще рано, льда не будет пока. Вообще не будет? Ну может быть к вечеру это появится, мы не знаем, мы же тоже первый раз сейчас вот идем, в этом году. Тут раз каждый год по-разному, было такое, что с ушивай выходишь и сразу айсберги начинаются. К айсбергам близко вообще не подходит, да? Ну подойдем на расстоянии там вот 200 метров, все зависит от айсберга, если он маленький, вообще вплотную мы можем подойти. Как капитан, если он большой, то, конечно, не будет. А как определяет маленький, он большой, он же под водой, там же не видно. Не, ну снаружи-то ты видишь, какой объем примерно. А как ты видишь айсберг, здесь снаружи маленький, а под водой? Однозначно согласен, да. А вообще, как бы, над водой торчит 1/8, 1/9 часть. И они, бывают и переворачиваются, поэтому близко мы не подходим.